Здравствуйте, в эфире национального телевидения «Чувашия», информационная программа «Республика», в студии Ольга Пырычкина. Сегодня в выпуске. Город полумиллионник. В Чебоксарах подвели итоги работы администрации столицы за 2016 год. 4 месяца без зарплаты. Между Чувашавтотрансом и Министерством транспорта Республики подписано соглашение о выплате субсидий. От ребенка к зверенку. В столичной школе номер 61 прошла благотворительная акция. Сегодня глава Чувашии побывал в Порезском районе. На встречу с руководством муниципалитета шла речь об обеспечении жителей района качественной питьевой водой. По словам главы администрации Евгения Лебедева, оборудование сильно изношено и не соответствует необходимым техническим требованиям. Также на встрече с жителями района обсудили итоги развития района в 2016 году. Там весь день работала наша съемочная группа. Сейчас коллеги везут материал. Подробнее завтра. Но сейчас о том, каким 2016 год стал для Чебоксар. Итоги подводили на расширенном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Женились на 25% меньше, разводились на 7% больше. В Чебоксарах 2016 как год высокосный оправдал свою дурную славу, что, впрочем, не помешало приросту населения. Фактически, на 1 января 2017 года население города Чебоксары превысило 500 тысяч человек. Данные уже переданы Чувашстату, и после прохождения всех формальностей и процедур в течение месяца будут подтверждены официально. Говоря языком урбанистов, отныне Чебоксары – крупнейший город. Растут и экономические показатели. Индекс объема отгруженных товаров собственного производства по городу составил 100,8% к предыдущему периоду. Объем экспортных товаров вырос на 40%. Реализация достигла уровня 2,5 миллиарда рублей. Что касается самого города, то в 2016-м продолжалась реконструкция Московского моста, началась работа по благоустройству набережной Волги, воплощаются в жизни и другие проекты, которые должны сделать жизнь в столице комфортнее. В столице Чувашии началась реализация федерального проекта «Наш двор. Городская среда». На многочисленных встречах горожане сами говорили, чего не хватает для повышения комфортности проживания. Где-то новых детских и спортивных площадок, где-то дополнительных парковок, где-то освещение, мест выгула домашних питомцев. В каждом районе города прошли обсуждения программы благоустройства с участием депутатов, архитекторов, дизайнеров, активистов. Кроме того, впервые за много лет в городе построили школу в одном из новых микрорайонов. Занятия там начнутся уже в этом сентябре. Это про достижения. Теперь о проблемах, они старые. Это долги по зарплате и аренде имущества предприятия и ситуация с переселением из аварийного жилья. Что касается последнего, то здесь налицо некий денежный дисбаланс. Дело в том, что нередко городу приходится предоставлять переселенцам жилье больше площади, чем было. Города денег не хватает, республике помогите, только разница квадратных метров, насколько я полагаю, и вы в докладе сказали, 75 миллионов рублей составляет. Здесь почему мы на это все идем? Нас никто не заставляет делать лишние подарки. Новое жилье такой площади построить невозможно. Например, мы переселяем с 13, с 15, с 17 квадратных метров. Минимальная площадь квартиры должна быть сегодня не менее 23 квадратных метров. Найти выход из этого замкнутого круга придется. Теперь это не проблема 2016-го, а задача 2017-го года. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика. И мы снова возвращаемся к ситуации в Чувашавтотрансе. Напомню, сотрудники чебоксарского филиала не получают зарплату последние 4 месяца. После приостановки работы 8 февраля Минтранс Республики пообещал начать погашать задолженность по зарплате с 20 февраля. Какова ситуация сегодня в нашем сюжете? Еще вчера вечером было подписано соглашение между Чувашавтотрансом и Минтрансом. Казалось бы, проблема решена. Как нам сообщили в Минфине, на данный момент с документами работают специалисты ведомства. Речь идет о субсидиях. Их планируют направить на выплату заработной платы. А вот какую информацию нам сообщили на самом предприятии. Но на сегодняшний день весь подвижной состав, согласно расписанию, работает на линии. Первый транш, порядка 11,5 миллионов рублей, должен поступить вот со дня на день. Мы надеемся, что сегодня, завтра он должен поступить, в любом случае, на счет предприятия, чтобы выплатить заработную плату в преддверии праздников еще. Пока так. Соглашение было подписано между Минтрансом и нами на сумму 32 миллиона рублей. Вся сумма, которая будет получена, будет направлена на погашение задолженности по заработной плате.
Хотелось бы отметить, эта субсидия практически полностью покрывает долг только в чебоксарском филиале. Связаться с исполняющим обязанности министра транспорта нам так и не удалось. Сотрудники ведомства в течение дня ссылались на занятость руководителя. Пока материал готовился к эфиру, поступила официальная информация из Министерства транспорта. Республиканский Минфин одобрил необходимые документы для выделения субсидий. Первый транш в размере 11,5 миллионов рублей на погашение задолженности по зарплате уже 22 февраля должен поступить на счета «Чувашавтотранса». И к другим новостям. В Чувашии будет создан IT-кластер. О необходимости создания в республике IT-кластера говорят давно. На недавнем совещании в Мининформполитике Чувашии совместно с корпорацией развития обсуждалась возможность размещения IT-технопарка в Чебоксарах. Резидентам предоставят всевозможные льготы. На первом этапе будет создана управляющая компания кластера. Пройдут маркетинговые исследования по изучению потребностей рынка. В качестве примера специалисты называют IT-кластер Сибири, который создали в 2012 году. Две потери понесло сегодня журналистское сообщество. На 91-м году жизни скончался член Союза журналистов России, общественный деятель, заслуженный работник культуры Чувашской республики Михаил Иванов, проработавший в средствах массовой информации более 45 лет. Михаил Иванович – участник Великой Отечественной войны, окончил Ленинградский госуниверситет по специальности журналистика. Михаил Иванович был главным редактором газеты «Молодой коммунист» и долгие годы работал в Советской Чувашии. И сегодня же стало известно, что ушел из жизни журналист газеты «Советской Чувашии» Александр Егоров. Свою карьеру он начал в газете «Жизнь», в «Советской Чувашии» освещал спортивные темы. Ему было всего 57 лет. Доброе дело по плечу каждому. Своим примером это доказали ученики одной из чебоксарских школ. Десятилетние мальчишки и девчонки приняли участие в акции, организованной региональным отделением общероссийского экологического движения «Зеленая Россия». От ребенка к зверенку. Школа номер 61 – первая в городе, где прошла подобная благотворительная акция. Задача перед четвероклассниками стояла довольно простая – собрать и принести старые журналы, бумагу, газету, картон, все то, что называется макулатурой. Затем сдать все это на переработку, получить деньги, а на полученную сумму купить корм для бездомных животных. К акции, видимо, вспомнив советское время и свою молодость, когда макулатуру собирали практически на всех предприятиях, организациях и учебных заведениях, с азартом подключились и взрослые. Артем Игнатьев вместе со своей мамой сумели собрать и привезти в школу почти 100 килограмм бумажно-картонных отходов. И мы ходили к соседям, к родственникам. И большую часть макулатуры дала нам наша бабуля. Мы за экологию. Организаторы акции, представители общественного движения «Зеленая Россия» не ожидали таких отличных результатов. Мы планировали собрать где-то в районе 100 килограмм, но вы превзошли все ожидания. Мы собрали бумаги 398,5 килограмм. Макулатура – это спасенное дерево. Это дерево, которое не срубят, которое не отправят. Это переработанная, да, макулатура на ваши книжки, учебники, на журналы. То есть вот это мы делаем сегодня. Еще немного математики. 400 килограмм макулатуры – это 7 спасенных деревьев или 10 500 школьных тетрадок или 1700 рублей. К слову, именно на эту сумму ребята и купили корм для бездомных собак. Мы маленькие, зарабатывать не можем, но мы можем сдавать макулатуры и получать деньги и отправлять это в пункт передержки. Для меня это был основным стимулом помощи животным. Помогать животным ребята отправились в тот же день в центр передержки. Сейчас там живут почти 100 собак разных пород и мастей. Все они нуждаются в заботе и ласке. Я бы в первую очередь хотела бы поблагодарить организаторов этой акции «От ребенка зверенку», потому что формировать правильное отношение к проблеме бездомных животных нужно уже с детства. Дети должны с детства знать, что бездомные животные на улицах – это не норма. Акция «От ребенка к зверенку» – первая в череде добрых дел. У активистов движения «Зеленая Россия» впереди еще много планов. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Успешный модельер и заслуженный художник Чувашской республики Татьяна Петрова отправляет свои работы в Париж на выставку «Российский сувенир». Подробнее в следующем сюжете. Татьяна Петрова родилась в Тамбовской области. Закончив Московское училище имени Калинина, получила распределение на фабрику «Пахотери». Здесь она заинтересовалась чувашским костюмом. За долгие годы работы мастерица успела побывать на разных конкурсах и выставках в Польше, Испании, Америке, Японии.
теперь собирается в Париж на выставку «Российский сувенир». Татьяна Петрова уверена, ничто не может рассказать о народе больше и ярче, чем его костюмы. Много копаю литературы, зарисовки свои же, которые я в молодости выполняла, в музеях собирала книги, зарисовки делала, эскизы. Ну и часто, конечно, многие идеи приходят и во сне. Или вот задумываешь какую-то тему, а вот, допустим, вечерний Чебоксар или белый вечер. Директор Национального музея Ирина Меньшикова отзывается о творчестве Татьяны Петровой с большим уважением, вспоминая, как впервые о ней узнала. Познакомилась я с ней, ну, даже больше, наверное, с ее творчеством в период работы в художественном музее. Она там представляла персональную выставку. И для меня тогда было очень странно, удивительно и очень приятно то, что вот женщина русская по происхождению настолько прониклась красотой чувашской вышивки. Очень приятно то, что ей удалось проникнуть в душу этой чувашской вышивки. И когда мы смотрим ее работы, и видно, что она ее понимает и развивает в том направлении, в котором нужно развивать. Уже 13 марта Татьяна Петрова представит свои изделия на выставке «Российский сувенир», где надеется вновь покорить зарубежную публику. Кроме того, в Париж отправятся вышивки другой мастерицы Зинаиды Вороновой и национальное украшение супругов Болтаевых. Татьяна Молокова, Татьяна Белова, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов. Республика. В музее Чапаева бесплатно. Такая акция проводится в честь 130-летия со дня рождения комдива и Дня защитника Отечества. С 22 по 26 февраля любой желающий сможет бесплатно посмотреть экспозицию музея, увидеть знаменитую пулеметную тачанку, оружие времен гражданской войны и вещи боевых товарищей легендарного комдива. Также можно будет посетить мемориальный домик Чапаевых. Если спросить у дошколят, какие бывают костюмы, они ответят – принцессы, зайчика, рыцаря. Сегодня Международный день родного языка воспитанникам Чебоксарского детского сада номер 203 показали, что такое национальный чувашский костюм. Современные дети точно знают, что одежда покупается в магазине, иногда шьется в ателье. А бантики, рюши, воланы – это просто для красоты. В исторический экскурс воспитанников сада отправили взрослые. Они же объяснили, что когда-то все было не так. Чтобы получить платье, нужно было вырастить лен, спрясть из него нитки, соткать, покрасить ткань, наконец, сшить. А монеты и вышивки были не просто украшением, а оберегали от дурного глаза и злых духов, в которых верили предки. Чувашский национальный костюм, он способен рассказать всему миру о вековых традициях, быте и истории чувашского народа, который передается из поколения в поколение. Это платье из домотканного холста. Вот он, холст, вытканный нашими мамами, бабушками. Об истории наглядно. Малыши смогли не только услышать о национальном костюме, но и потрогать его руками. А на голове у нас женский головной убор, который называется как? Конечно же, ушпу. Да? Все вместе. Дети получили новые знания, а родители, быть может, и новые хлопоты. Не исключено, что к новогоднему утреннику им теперь не придется шить традиционные карнавальные костюмы. Ведь кто-то вместо снежинки может попросить костюм героини чувашской сказки Саланпи. Я с вами прощаюсь, а наш эфир продолжит новый выпуск программы «Комфортный город». Вы узнаете все о безналичном расчете в общественном транспорте Чебоксар. Какая разница между единой транспортной и бесконтактной банковской картами? Как ими пользоваться, где пополнять и что думают о нововведении сами горожане? Ответы на все вопросы через несколько минут сразу после нашего информационного выпуска. Не переключайтесь. Напомню, наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. До встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.